человека, не скрытая они реклама, а бродерство. Я и главный амбассадор. И очень да. Я какая-то слишком легкая сегодня. Мне нравится. Walking down the street, pretty woman, the kind of like to me, pretty woman. I don't believe you, you know the truth. No one could look as good as you. Mercy, pretty woman, won't you pardon me? But see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Да пофигу, ну сейчас пока будем тренироваться, поймем. Давай. Так, все, я сосредоточена. Как трис, конечно. Это мы выйдем. Ага. Ага. Так, все, собрались. Я женственная, я принцесса, все. Господи, как тяжело. Можно? Можно. Oh.
лучший день. Алиса, Игорь в один день. Вокруг семья и все друзья. И слышно только без конца. Шикарен, жених для шикарен. У нас шоу вообще-то. Да, присоединяйтесь. Вы что, не понимаете ничего, блядь, старики? Вы знаете что-нибудь про инвестирование? Мне кажется, я уже упоминал, я инвестировал в акции Сбербанка, потерял на этом 20 тысяч. Почему, если они на 20 выросли? На 20 тысяч выросли? Нет, на 20 сказал, брал за 100, продал за 120. Ну, такая, нет, наоборот, я их, то есть, брал за 118, а продал за 110, потому что они упали потом до 101, и, по-моему, в позапрошлом году я такой, ну, дальше они не упадут, и продал. Они не упали, не продались, ой, поднялись. Я вообще самый успешный бизнесмен. А про третью валюту что-нибудь знаете, про цифровой рубль? Цифровой рубль слышал, но до сих пор не понял, что это за... Хочешь перечислить цифровые рубли жениху нашему? Я ему в акциях передал сегодня. В акциях? Сбербанка, да, я надеюсь? Практически. Я просто знаю буквально там плюс-минус, сколько они потратили денег. Не, я видел пару. И по контингенту все соответствует. Это шикарная свадьба. Токсичный контент. Контент токсичный, свадьба отличная. Ну, не контент не здесь, а водка столичная. Столичная водка. Водка столичная, как... настроение отличное. Карельская. Водка карельская, которую я заберу. Да, там сейчас вот так вот было несколько раз, скорее всего. Если я буду смотреть, тебя проклянут. Да не буду смотреть, кому нужны вообще в этом? Мне. А дальше контент другого характера. Нет, для протокола, Настя видит, убьет меня. У нас все проходит без всяких... Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через стерни и провода небо только бы не мучиться. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Сережа хватает бритву, хватает сына и бреет брови ему. Зачем? Заждать чего-то так сильно? Надеюсь, чего-то так сильно. Сережа сбрил брови сыну. Зачем? Не объяснив причину, Сережа хватает бритву, хватает сына и бреет брови ему. Зачем так ждать чего-то так сильно?
хотеть чего-то так сильно, обливать сердце кровью. И в снег, и в метели кросы писать Деду Морозу, чтоб выслал новые брови, а не какой-нибудь странный пенал. Everybody, hey, everybody, hey, hey, everybody, hey, everybody, hey.